Всем привет! Сегодня четвертый день, как я не делаю ставки. Какие у меня ощущения? Ну, в принципе, было такое вчера вечером подсасывание под ложечкой, если это сравнивать с голодом. Каким-то и то это возникало из-за скуки. Мне хотелось просто отвлечься, взять какую-нибудь книгу после работы, почитать, допустим, или какие-нибудь видеоролики посмотреть. Сейчас, на данном этапе, за спортивными событиями я не слежу, чтобы лишний раз себя не искушать. Не смотрю никаких трансляций, там матчей НБА, тенниса большого, вообще, в принципе, баскетбола, волейбола. Ну, матчи своей команды здесь я буду, конечно, смотреть. Я так думаю. Вот. Но пока стараюсь от этого всего воздерживаться, чтобы лишний раз себя не искушать, сделать какую-то ставку, потерять контроль. Пока все идет по плану, меня как бы подбадривает осознание того, что я все дальше отдаляюсь от этого всего. То есть, если сравнивать со шкалой, когда я ставил, я был в минусе. Но сейчас я потихонечку, можно сказать, достиг нуля с того момента, как я решил это все бросить. И сейчас от нуля потихоньку выхожу в плюс. Все дальше отдаляюсь от этой минусовой шкалы. Вот. В том положении, где я был, это прежде всего ментально, психологически. Очень тебя грузит, постоянно голова забита вот этими ставками, у тебя нет никаких мыслей в голове, ты даже не думаешь наперед, что будет, не строишь каких-то планов, а даже если их строишь, то все потом разбивается в том плане, то что все деньги уходят на ставки. Вместо того, чтобы эти деньги служили средством достижения твоей какой-то мечты и служили путем. Деньги, я считаю, вообще по поводу денег, конечно, я еще в следующих роликах поговорю. Но, в принципе, сейчас вот такие ощущения у меня. Пока держимся. Все хорошо.